Хорошо. Я не думал, что вы так обрадуетесь, услышав об НЛО и пришельцах. За 46 лет за кафедрой я ни разу не учил о библейских ответах на веру в НЛО и пришельцев. Это впервые для меня, и надеюсь, что в последний раз. Я не собираюсь рассматривать эту тему еще раз. Мы затронем эту тему, потому что правительство США публикует секретные данные, которые у них были. Это фото, видео и свидетельства военных, пилотов и капитанов о странных неопознанных летающих объектах. Сегодня я надел настоящую куртку из Невады, память о зоне 51. Это шутка, конечно. Это просто шутка. Это мой костюм пришельца. А вот как он выглядит. И это тоже шутка. Но я хочу, чтобы вы открыли послание к евреям, 11 главу, 3 стих. Запишите это место евреям. 11 глава, 3 стих. Я хочу, чтобы мы прочитали этот стих, который все эти годы был в Библии. Мы верим, что Павел написал послание к евреям. Веруем, познаем, что века или миры устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Иными словами, мы не видели этого, но Бог сотворил из ничего все, что мы знаем. Обратите внимание на слово «века» или «миры». Оно упоминается в послании к евреям, 1 главе, 2 стихе, и евреям, 11 главе, 3 стихе. В греческом у него много значений. Его можно перевести как «века после сотворения». Но оно также означает «планеты во множественном числе» или «космос». В Писании говорится, что века или миры были устроены Словом Божьим. Это слово также может иметь разные значения на греческом языке. Оно может означать «восстанавливать», «чинить», «совершать», а также «заканчивать». Он закончил их. История начинается в Бытии 1 главе 1 стихе. «Вначале сотворил Бог небо и землю». В английском «небо» стоит во множественном числе. Во втором послании к Коринфянам 12 главе Павел говорит о том, что был взят на третье небо в рай, где находятся души верующих. Они будут находиться там до дня великого воскресения мертвых во Христе. И так как Павел упоминает о третьем небе, мы знаем, что есть разные уровни небес. Об этом также говорит Исаия 14 глава. Облака — это один уровень небес, звезды — второй уровень. А затем идет третье небо, где живет Бог. И теперь я хочу перейти к той теме, которую мы начали обсуждать ранее. Это очень странная и непростая тема, которую нужно рассмотреть. Этот слон в христианской общине. Никто не хочет говорить о нем. Это похоже на динозавров. Все молодые люди задают мне вопросы о динозаврах. Я встретился с 5 людьми в июле. Они были настоящими грешниками. Их не интересовала Библия. Тогда я сказал им: «Можете задать мне любой вопрос». Первый вопрос был про НЛО и пришельцев, а второй вопрос был о динозаврах и их появлении. Однажды я поделюсь проповедью и об этом, но не сегодня. Достаточно одной странной темы. Итак, вот о чем я хочу поговорить с вами. Как говорит опрос Гэллопа, треть американцев верят в НЛО и в существование кораблей-пришельцев из других измерений или галактик. Каждый третий американец. То есть, если нас здесь 2000 человек, то почитайте сами, сколько из нас может верить в это. 60% верят, что существует человеческое объяснение тем феноменам, которые называют неопознанными летающими объектами. National Geographic провели опрос, который показал, что 36% из 80 миллионов американцев верят в НЛО. Но где-то половина из этих 80 миллионов не уверены в том, во что же именно они верят. Я хочу поговорить вот о чем. Если вы приходите в ресторан с друзьями или встречаетесь с молодежью, то вас могут спросить, как объяснить это. Мы знаем, что они существуют. НЛО существует. Их видели военные США, их видели пилоты, их видели капитаны кораблей и команды, и их видели даже отдельные люди. Интересно то, что их видели в основном после 1948 года.
После 1948 года, когда Израиль стал страной, начало расти число встреч с НЛО. Правительство США начало рассекречивать информацию об НЛО и возможности существования пришельцев. Я слышал от людей, которые читали эти отчеты, что они не подтверждают существование жизни на других планетах. Однако они подтверждают нечто иное. Они описывают феномены и пытаются объяснить их. Часть они могут объяснить, а часть нет. Мы знаем, что некоторые представители правительства перед смертью начали рассказывать о странных вещах, которые они видели. Они рассказывали о тайных программах, в которых участвовали. Мы попытаемся разобраться в этих вещах сегодня. В ближайшее время я постараюсь ответить на вопрос, во-первых, что они видели на самом деле? Что они видели на самом деле? Во-вторых, как это можно объяснить с библейской точки зрения? Вот что нас интересует. И в-третьих, существуют ли пришельцы? Если так, то могут ли они быть демонами или ангелами? Я считаю, что мы должны ответить на этот вопрос. Я считаю, что как служители, мы не можем игнорировать эти вопросы общества. Я никогда не боялся вызовов. Я говорю, что никогда не боялся вызовов. И это правда. Итак, во-первых, нам нужно основание для этой темы. Для начала мы должны понять три измерения творения. Во-первых, это мир материальный. Затем идет небесный мир и мир духовный. Я повторю еще раз. Я покажу вам некоторые картинки, чтобы вы могли лучше понять этот момент. Есть материальный мир, это земной мир. Это мир земли, животных и людей. Есть небесный мир, который в Писании называется звездным миром. К нему относятся Солнце, Луна, звезды или космос, все основные планеты Млечного Пути, Сатурн, Нептун, Венера, Меркурий, Юпитер. Какие еще помните? А третий мир, который часто упускают мирские люди, не верящие в Библию, это мир духовный. Это мир Троицы, Бога Отца, Сына и Духа Святого, а также различных видов ангелов, серафимов, херувимов и так далее. Это мир демонов, начальств, властей, мироправителей тьмы этого века, злых духов в Поднебесье. Они также находятся в подземном мире, который находится под землей. Там находятся такие места, как ад, Шеол или Тартарус на греческом языке. Во втором послании Петра, 2 главе, 4 стихе, это слово переведено как «ад». Два места Писания говорят о том, что падшие ангелы связаны оковами тьмы. Об этом говорится в послании Петра и в послании Иуды. Кроме того, есть умершие духи тех, кто не обратился и не покаялся. Когда они умирают, то попадают в подземный мир. Я не выдумываю это. Библия учит этому. Надеюсь, вы готовы. Итак, я хочу рассказать вам о шести посетителях из космоса, о которых говорит Библия. Кого-то я зацепил. Есть шесть посетителей из космоса, о которых говорит Библия. Они пришли с небес, а точнее с третьего неба. Сатана появляется в Эдемском саду. Но если вы читали Библию, то знаете, что он был помазанным херувимом, как сказано в книге Иезекииля, 28 главе, который возглавлял поклонение небес. Он был изгнан с неба, встретил ангелов, как сказано в Откровении 12 главе. Он был сброшен с небес и оказался на земле. Он получил доступ к земле. Ефесянам 2 глава 2 стих называет сатану князем, господствующим в воздухе. А в послании к Коринфянам его называют богом этого мира с маленькой буквы «Б».
И это правильно, потому что он не Бог, а существо, сотворенное Господом. Бог не создал его злым. Зло нашло место в нем. Сатана — первый посетитель из космоса. Вам нравится, как я проповедую? Через минуту все станет серьезней. Второй гость из космоса — это падшие ангелы. В Бытие 6 главе, 4 стихе сказано, что ангелы начали приходить к дочерям людским и рожать великанов. Тут возникает вопрос в том, может ли падший ангел и человеческая плоть дать плод. Мы не будем спорить об этом, мы просто сойдемся на том, что падшие ангелы — это ангелы, которые существовали с Богом на небе, а потом попали на землю и смогли проявиться во плоти. Также не стоит забывать про добрых ангелов. Мы видим их в истории про Лота в 18-19 главе Бытия. Это были два ангела, которые выглядели как мужчины. Они пришли в образе мужчин и общались лицом к лицу с Лотом. Они вывели его из Содома и Гоморры до того, как начался суд. Великий вулканический взрыв возле Мертвого моря. Итак, мы знаем, что сатана пришел из другого измерения на землю. Мы знаем, что также пришли падшие ангелы. Мы также знаем, что сюда приходили ангелы Божии. Архангел Михаил пришел с небес к Даниилу. В книге Даниила 10 главе описана эта история. Гавриил пришел к нему же в 9 и 8 главах, а также в Евангелии от Луки 1 главе. Он пришел как посланник Божий на землю. Добрые ангелы также приходили с небес на землю. Это третий вид космических посетителей, которых мы видим в Писании. Мы знаем, что падшие ангелы связаны оковами тьмы, как сказано во втором послании Петра и послании Иуды, 6 стихе. Но есть также начальство и власти, которые называются демоническими духами. Они также пришли из другого измерения. Они не были созданы на земле, но находятся в невидимом мире на земле. Иногда они проявляются телесно, и их можно увидеть. Есть люди, которые видели демонических духов в молитве или видении. Когда мне было 18 лет, то я своими глазами видел их. Я не спал. Это не было видением. Я видел их так, как вижу человека. Я знаю, что это реально, потому что об этом говорит Библия. Я сам пережил это в молодости. И так далее, пятое. Готовы? Сын Божий, который пришел с небес, пятым посетителем нашей планеты был Мессия Иисус Христос. Аллилуйя! Гавриил назвал его Сыном Божьим. Он пришел на землю и родился через Деву Марию. Даже мусульмане верят в это. У них в Коране написано, что он родился от Девы Марии. Он пришел на эту землю, совершал чудеса, умер. Кто-то решил, что он остался в гробе. «Я был в Иерусалиме. Там никого нет. Гроб пустой. Хочу, чтобы вы знали. Он пуст более 1900 лет». Это пятая личность, пришедшая на нашу планету из другого измерения. Мы знаем, что он вознесся с земли к Отцу, на третье небо, и сидит одесную престола Божьего, ходатайствуя за нас с вами. Вы не знали, что нас посещали существа с других миров? Да? Вы никогда не смотрели на это так? Вы думали, что я буду рассказывать о сероватых существах, которые под 2 метра ростом и бегают по Неваде? Вот о чем вы думали. Но пятым был Христос. Он был с Отцом, как говорит Слово Божие. Шестой гость, которого мы не можем игнорировать, пришел с небес, как сильный ветер, в Деяниях, 2 главе, с 1 по 4 стих. Это сам Дух Святой. Он пришел на нашу планету. Слава Богу! Его называют другим утешителем. Он пришел на землю с небес, чтобы быть с нами, быть нашим заступником или юристом, как говорится в оригинале, чтобы решать наши дела и проблемы на земле. У нас есть небесный священник, который слышит наши молитвы. У нас есть Дух Святой, который на земле помогает нам, ходатайствует за нас и помогает нам быть эффективными детьми Божьими. А вот что Библия говорит о различных существах и духах, которые сошли с неба
и пришли на землю. И все эти шесть примеров, начиная с сатаны, падших ангелов, демонических духов, Христа и Духа Святого, ангелов, все это нам дает Библия. Об этом говорит Ветхий и Новый Заветы. Нас уже некоторое время посещают существа не из нашей Вселенной. Но как все это связано с вопросом НЛО и того, что люди называют пришельцами? Как все это связано с тем, о чем мы будем говорить сейчас? Это весьма интересно. Я хочу сказать вам, что есть разные записи, которые рассказывают о странных вещах на небе. Это не новые записи, после 1948 года. До рождения Христа, как говорят историки, люди видели падающие звезды и метеоритные дожди, которые принимали формы мечей. В одних китайских рукописях говорится об огненном диске, который видели в небесах. Это было до рождения Христа. Вот вам еще примеры. Я рассказывал про разрушение храма в 70-м году. Если посмотреть на труды Иосифа Флавия, еврейского историка, который жил во времена разрушения храма, то он дает нам весьма странные знамения. Он называет их космическими знамениями. Все эти знамения начали происходить перед уничтожением храма. Иосиф Флавий говорит, что была звезда, похожая на меч. Я исследовал звезды, похожие на меч. Если вы с нами 15 лет, то должны помнить, что в созвездии Льва бывает метеоритный дождь, который принимает форму длинного меча. Вы видите кончик с одной стороны и рукоятку, своеобразную ручку, с другой стороны. Интересно, что несколько лет назад он прошелся над Италией. Это был метеоритный дождь, который принял как раз-таки форму меча. Возможно, именно его Иосиф Флавий видел на небе перед уничтожением храма, как и другие священники. Вот что говорят нам современные технологии и ученые со всего мира. Самое странное, что Иосиф Флавий говорит о том, что на небе видели колесницы перед разрушением храма. Он говорит о колесницах с воинами. Люди смотрели в небеса и видели колесницы, которые двигались. Я не думаю, что эти колесницы могли быть демоническими. У нас нет сведений о том, чтобы демоны летали на колесницах. Как вы знаете, у греков были определенные боги, которые передвигались на колесницах. Это была какая-то форма ангельской сущности, которая перевозила армию небес. Откуда мы это знаем? Илья в 4 книге царств, 2 главе, был поднят на небо в огненной колеснице. Люди на земле видели это. Как вы помните, Елисей сказал: «Отец мой, Отец мой, колесница Израиля и конница его». Он видел это своими телесными глазами. Давайте перейдем к современным временам. Что представляет собой НЛО и пришельцы с библейской точки зрения сейчас? Как вы знаете, многие спорят по поводу событий в Розуэлле, Нью-Мексико. В 1947 году там была тайная военная база США. Что-то упало в Розуэлле и попало в заголовки новостей. Сначала сообщили, что это НЛО, неопознанный летающий объект. И как только об этом сообщили, эти новости разлетелись по всей стране. После этого поползли слухи о том, что на месте крушения нашли три серых тела. После того, как это случилось, появилось множество теорий заговоров. Люди начали говорить, что корабль с другой планеты прилетел в эту часть США и упал в Розуэлле, Нью-Мексико. Вы должны понимать нечто. Я просто хочу быть честным с вами. Люди говорят мне: есть парень, который продает иракские доллары. За пару сотен американских долларов вы можете купить у него несколько тысяч долларов. Таким образом, эти деньги могут в любой момент превратиться в тысячи
американских долларов. И у меня сразу же возникает вопрос, если он продает эти деньги, хотя может сделать из $1000 $100 000, то зачем ему продавать их мне? Скажите, а если бы я хотел сделать что-то для служения, то не продавал бы их вам. Я бы оставил себе эти доллары, если бы знал, что они так сильно вырастут в цене. Я бы стал миллионером. Несколько человек разбогатели на христианах, продавая им подобные идеи. Это было 15 лет назад. Но они так и не выстрелили. Вы смотрите так, словно я сошел с ума. Я просто пытаюсь помочь некоторым из вас. Одни прислушиваются ко мне, а другие нет. Но ничего. Когда я слышу о том, что корабль пришельцев разбился в Розуэлле, то у меня возникает вопрос. А почему там? Почему, скажем, не в Нью-Йорке или в Атланте? Пришельцы хотели посмотреть, что мы делаем. Друзья, у нас есть еще 50 баз. Они могли посмотреть в любом другом месте. Я знаю, что есть много любителей ЛО, которым не понравятся мои слова. Я уже говорил об этом в интернете, и все любители пришельцев сорвались с цепи. Буквально так. Они просто хотели, чтобы я замолчал. Поскорее. Ты не понимаешь, о чем вообще говоришь. Я хочу поделиться документами, которые рассекретили совсем недавно. Они говорят, что это была секретная база, которая работала над воздушными шарами. Она поднимала их на большую высоту, чтобы определять звуковые волны от испытаний советских бомб. Не забывайте, что это было во времена ядерных испытаний. Мы видели пик этой борьбы при Кеннеди. Розуэлл тайно разрабатывал округлый аппарат, который использовали для шпионажа. Вот и вся история. Так что если кто-то будет рассказывать вам про Розуэлл, теперь вы знаете, что ему отвечать. Это метеорологическая служба, разрабатывающая зонды. Здравствуйте, это Перри Стоун, и у меня важное объявление для вас. Теперь вам доступен международный пророческий саммит. Лучший саммит, в котором я когда-либо участвовал. Он доступен на аудиодисках и DVD. Там вы найдете 11 посланий от меня, Билла Клауда, Марка Билса и Джоэла Ричардсона. А вот как называются некоторые из этих посланий. Открывается ли сейчас книга с семью печатями? Притча о смоковнице и что она означает для Америки? Что бы сделал Иисус во время этой гражданской войны? Библейский ответ на пришельцев и НЛО. Я поделюсь словом под названием «Новая зеленая сделка» и ее экономическое влияние на вашу семью. Еще одна проповедь называется «Слово для Америки» из пророчества Аввакума. Другое слово называется «Который сейчас час». Билл Клауд шокировал публику посланием под названием «Берегитесь, РФ РАФ». Я также поделюсь словом под названием «Отвечая на трудные апокалиптические вопросы, на которые никто не отвечает». Затем Марк Билдс поделится словом «Иеремия, пророк для наших дней». Закончу посланием «Должны ли вы готовиться к переходу Пелла?» Я хочу сказать вам, что это слово на сейчас. Оно пророческое. Оно отвечает на вопросы. Вас ждут новые версии посланий. На передаче вы видите лишь 20 минут послания, а я проповедую еще 40 минут. Кроме того, мы не показываем на передаче послания наших спикеров. Иногда их информация направлена лишь на определенных слушателей. Ее не примут, если ее выложить в соцсетях. Я расскажу вам, как получить этот цикл. Если вы хотите получить сборник из аудиодисков, то заказывайте предложение 21PSCD за $65. Если же вы хотите заказать DVD, то я советую вам заказать его. Тем более, что Марк Билдс всегда дополняет свои проповеди иллюстрациями. Для этого заказывайте предложение 21PSDVD за $95. Вот как вам сделать заказ. Вы можете позвонить по номеру, который видите на экране, или зайти на наш сайт, чтобы сделать заказ через интернет.
вы также можете отправить нам чек по адресу, который указан на экране. Не забывайте, что ваши деньги идут на служение «Голос евангелизации», чтобы фестиваль «Манны» и дальше мог выходить в эфир. Мы живем величайшие пророческие времена. Мы стали свидетелями битвы двух царств. Вы сможете вооружиться как следует лишь в том случае, если вооружитесь откровением и истиной Божьего Слова. Советую вам позвонить, посетить наш сайт или написать нам прямо сейчас. Пусть Бог благословит вас. Я советую вам заказать набор из этих аудиодисков или DVD с Международного пророческого саммита. Вас ждет много актуальной информации от разных спикеров о том, что происходит сейчас и к чему это ведет. Самое важное послание — это послание о спасении. Но люди также должны слышать учение. И это те учения, которые вы найдете на дисках и DVD Международного пророческого саммита. В моих посланиях есть фрагменты, которые мы не выставляем в соцсетях или на телевидении. На то есть разные причины, и большинство из вас понимает их. Но на DVD и дисках я не вырезаю ничего, потому что хочу, чтобы люди слышали все. Иногда мы рассказываем об историях и событиях, про которые не должны знать все подряд. Я говорю о мировых лидерах и странах, о том, что происходит за кулисами в Вашингтоне. Они не хотят, чтобы вы знали об этом. Надеюсь, что вы закажете диски и DVD «Все 11 посланий». Я советую вам заказать DVD, потому что многие спикеры делают целые презентации. Они показывают еврейские слова, фразы и объясняют их значение. Вот почему вам стоит видеть это. А в завершение я хочу напомнить вам о том, что Warrior Fest будет в конце марта и в начале июля. Я хочу, чтобы ваша молодежная группа приехала на фестиваль Warrior Fest в Международный центр Омега. Это абсолютно бесплатно. Подготовьте свою молодежь. Кроме того, не забывайте про пророческий саммит. В июле у нас будут новые спикеры. Всю информацию об этом вы сможете найти на нашем веб-сайте, и там же вы сможете зарегистрироваться. Мы не любим регистрировать слишком рано. Мы делаем это за несколько месяцев. Кроме того, я буду служить в абсолютно новых местах в следующем году. И сейчас мы покажем вам наш новый график. С 23 по 25 октября я буду в Уильямсон Мемориал Филдхаус. Я буду там в субботу, воскресенье и понедельник. Если у вас есть время, то приезжайте к нам. Я хочу послужить вам лично. Мы также побываем в новых штатах и новых церквях, в которых не бывали ранее. Заходите на наш сайт, чтобы узнать расписание. Пусть Бог благословит вас.